рада вас приветствовать в конференц-зале Московской консерватории на таком знаменательном для нас событии, который был подготовлен многими структурами консерватории совместно. Это и Центр церковной музыки, и Центр современной музыки, кафедра современной музыки, и кафедра хорового дирижирования, и кафедра истории русской музыки, при которой наш центр тоже существует. Вот мы все совместно решили сделать такой большой проект. Мы решили и пригласить представителей смежных видов искусств, смежных дисциплин, да, чтобы понять, а как же эта идея, да, вот эта идея духовности развивалась в других видах, в поэзии, в живописи. Просто мы очень благодарны фонду Каретникова и партнерам, которые организовали эту выставку. Это галерея «Вэллум» и музей Зверева, которые великолепные шедевры нам представили. У нас 5 консерваторских структур занимаются, в общем-то, одним концертом, одной выставкой, одним круглым столом. И мне кажется, что это вообще начало хорошей традиции, что все, конечно, занимаются своими делами, но посмотрите, если все объединяются, какие интересные результаты. И на самом деле у консерватории потрясающие возможности с вашим научным потенциалом и с исполнителями, с профессорами. Поэтому мне как раз кажется, что очень важно, что фонд Каретникова смог проявить такую инициативу, в которой мы смогли задействовать несколько кафедр и 2 центра. Первый шаг был самый очевидный. Это подойти к разговору именно вот об этой закрытой, специальной, я бы ее так назвал, капсульной ветви русского авангарда. Это литургическая музыка композиторов, нонконформистов. И мы начали с шестидесятников. Конечно, потом будут семидесятники, восьмидесятники, современные. И мы придем к началу века. И вообще, конечно, бы хотелось выйти вплоть до музыкального театра. Так что планы у нас большие. Ну, а сейчас пробный шар мы пробуем. Смотрим, мне кажется, посмотрим реакцию экспертного сообщества, исполнителей, широкой публики. Я надеюсь, что наша идея окажется удачной, и она продолжится не один год. Эта тема предполагает не просто ряд научных проблем, а целый комплекс, целый узел самых животрепещущих научных проблем, причем не только музыковедческих, но и историко-культурных, наверное, историко-философских, самых разных. Что такое священное, духовное? На этот вопрос даются совершенно разные ответы, с одной стороны, представителями мировых традиционных религий, с другой стороны, представителями внерелигиозной мистики, и духовности и так далее, и так далее. И это тоже очень сложная тема, даже и совсем пока еще не музыковедческая, просто историко-культурная. Авангард, теперь уже не только авангард, но и постмодерн, и метамодерн, этот открытый ряд, он, конечно, будет все время привлекать наше внимание, вызывать много вопросов. Я думаю, что многое музыка, которая была написана, учитывая каноны в данном случае, каноны нашей православной службы, она может звучать и во время службы. Вот. Но пока таких сочинений, которые написаны именно в авангардном, настоящем стиле, неоавангардном, пока трудно представить в нашей православной церкви. Поэтому те композиторы, которые желают, чтобы музыка зазвучала, они должны придерживаться канонов. Если эта музыка содержит настоящее высокое по мысли содержания, то мы с удовольствием исполнители будем ее петь.